Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел в Москве рабочую встречу с заместителем председателя правительства России Ольгой Голодец. В встрече зашла речь о модернизации системы здравоохранения в республике. Ольга Голодец отметила, что младенческая смертность Чувашии одна из самых низких в стране. По этим показателям республика сейчас занимает первое место среди других субъектов федерации. В регионе увеличилась и ожидаемая продолжительность жизни населения, заметил Михаил Игнатьев. Больше стало людей, занимающихся физической культурой. Приобщать жителей к здоровому образу жизни помогают проекты «Зарядка со звездой» и «Дни здоровья». По примеру республики, должны проводить и в других регионах, отметила Ольга Голодец. На встрече были обсуждены и другие актуальные для республики вопросы.